Всем привет, это с вами Игорь Жиличкин и Жуляна, она сзади. Сегодня мы зашли в магазин тунисский и посмотрим, сколько стоят сувениры, одежда в Тунисе. Начнем вот с барабанов, это у них такая модная штука, такой самый модный сувенир. Стоит 3 динара всего, довольно-таки большой, я, кстати, себе такой купил. У меня уже такой есть в пакете. 3 динара, тут разных цветов. Можно больше, меньше. Вот самый большой, покажи, 8 динаров стоит. Он такой здоровый вообще. И они, кстати, реально звучат. То есть, если по ним бить, можно выбивать музон нормально. Идем дальше. Это у нас все бубны. Дальше вот тарелки есть по 7,5 динар. И что это? А, где? Вот, расскажи, пожалуйста, что это такое. Ой, это я не знаю. Везде я видела. Можешь спросить у Хасана. Вот он далеко уже. Хасан, а что вот это вот? Какие? Смотри, вот. Сахара пустыни? Как? Роза Сахара или роза пустыни? Это роза пустыни, да? Да. Это по размеру. Вот, примерно. Тяжелые. Ну да, чуть-чуть. А что это? Это камень, да? Да, камень. Сок песка кристаллизует, когда дождь Сахары. Почти как янтарь. Как-то собирает, кристаллизует. Ну, кристаллизуется. Да, и получается. Ну, вот по пару динар. Дальше у нас здесь тоже вот картины есть, всякие портреты. Маленькие кальянчики по 30 динар, такие сувенирные. Может, у меня, кстати, тоже такое есть. Абсолютно такое, да, дома же есть. Мне дарили как-то на день рождения. Дальше тоже сверху кальянчики. Кстати, магнитики меньше 1 динара. По 0,8. Магнитики крутые, мы вот таких купили, вот они вот тут были, их нету. Вот, идем дальше. Что у нас тут? Шлепки есть разные, детские, взрослые. Кожаные. Кожа все, да. Типа шарик кожаный. Тут уже женские, красивые, разные. Яркие. Угу. То есть так, на озеро или на море, куда там, на речку. Без проблем можно одеть, 12 динар. Шлепки уже мужские. Кстати, легкие. Потрогай. Я знаю. Легкие. Давай вообще. Потрогай. Легкие? Легкие. Крутые шлепки легкие. Просто у меня такие же есть. Бери. Вообще. По мере давай купим. Шлепки по 28 динар, да? Есть еще. Разные? Почти 15, но разные. Есть и 14, да. А ну, это все кожа? Да. Все это кожа. Это еще лучше, это еще дороже, понимаешь? А-а-а. Подошва разная, кожа разная. Ну, прошивка это, там, да, обшивка. Ну, они прям легкие такие, что у меня такие же тяжелые были. Вот. Макасы, макасины. Блин, потрогай. Я легкие вообще. Офигенные. Сколько стоят макасины? Это 60. 60 динар. Давай тебе купим. 60 динар на 20 тысяч. А, ну где-то 1500 всего лишь. У нас кожаные мокасины будут 5000 где-то стоить. И это реально, вот пятак они будут у нас стоить. Да, 1500. У нас в России, ну там, 5000 будут такие стоить. Там дороже у вас, да. Дальше что у нас? Сумки есть. Много очень сумок разных. Сумок, пуфки, тоже. Побольше, поменьше. Все мягкие. Ну, вот такие женские по 24 динара. Вон есть побольше. А, вот это, кстати, пуфики. Что? Да, это пуфики. Это пуфики? Да. Ё-моё. Они ж тяжелые, нет? А, ну, смотри, когда это ты взял, это будет такие. Не больше, понимаешь? Еще меньше будет. А, вот так. Это просто там бумага есть, что ты будешь знать, это пуфик. Ага, понял. А, вот, а то я и думаю, что это. Пуфики, вот. Так, идем дальше. Ремешки есть по 18. Ну, в основном по 18. Разные кожаные ремни. Mm-hmm. Хорошие. Дальше шлепки у нас. Вот сумки кожаные. Вот тут сколько они, почем? Есть по 35, по 45. По 35, да. По 45. Ну, 35-45, да? Классно. В принципе, вот там большие, мне нравится. Как ручная классика. Вот эту хочу или пойдет. Ту хочу? Какую, красную такую? Или красную или розовую? Ну, у нас есть, мы в Греции купили. Ну, еще надо купить. Еще одна? Красиво, вон прям красная-красная. Угу. Да. Есть такие маленькие сумочки тоже. Угу. Маленькую тоже хочу.
Баранья кожа. Ну да. Так, идем дальше. Тут всякие сувенирки, сережки, браслеты, кольца, да? О, а вот это что? На спад, не знаю, как называется. Спальный... Белье спальное? Ну, типа, вот, банк у вас есть, это направо или налево, типа, когда ты сидишь, то типа здесь, я здесь. Подлокотник. Ну да. Это подлокотник. Ну, типа, сидишь. Как у Аладдина, тоже думаю. Да, такой чпок. Проходим дальше, что у нас еще? Теперь тут... А, так вот у него примерно вот... Вот такую мы имели в виду лампу. Какую? Ну вот стекло, ну вон 8 динар. А, короче, вот стекла, такая только такого? Лампа была, такое стеклянное. А, понял? Лампа. Не металлическое, а стекло. Стекло, ага. Там 60 динар стоило. Ну вот примерно как вот такой чайник, только стеклянный. Он такая, бум, открывалась, закрывалась. Mm-hmm. Ну вот то же самое, вот такая же колба. Mm-hmm. А, ну вот тут красивые, кстати, есть. Интересные. Это больше из парфюма. Там парфюм, масло. А, туда. Это... Угу. Так просто. Масла вон есть разные, да? Что за масла? Есть органы. Органы. Это не вопрос. Или... Это здесь а, вот на массаже есть. Масло. Да. Mm-hmm. Вот так бывает. Mm-hmm. Так, дальше. О, вот это. Шарфик там. Шарфики. О, потрогай. Валентина, я вчера потрогала? Уже потрогала, конечно. Офигеть. 14 динар. С кашмиром. Блин, вообще кайф. Купальня. А сколько мы покупали тоже для пешеха? В Таиланде. Там да? Тоже недорого дальше было. Дальше ковры, кстати, есть разные. Но это такси, это походу чуть знакомое такое. Это шерсть. Шерстяное. Да, полотенчики разные, да, есть? Да. Прибалы, хамелеон, коврики. Коврики, коврики. Почем коврики? С 20 динар. 20 динар. Да. Эти ходят, впаривают на... На пляже? На пляже. 40 или сколько он там говорил? Сначала 60, он да, сказал. Да, 60, и там, короче, начинаются у них торги. То есть они мягкие, тоже очень приятные, особенно на ногу куда-нибудь постелить. Ну да. На ногу вообще круто. Это будет. Так меняет взгляд. Вот. Когда ты смотришь, так, а, это цвет. Цвет ли. Вот mm-hmm. И когда ты так. О, нифига себе. Это хамелеон. Волшебство? Магия? Видел, да. А это тоже меняет? Тоже, да. Все меняют. Смотри, вот яркий, да? Яркий ты видишь? Да. Или нет? Ну, так. И когда ты смотришь так, это не как так, понимаешь? Да. Вот. Есть когда это там. Вот-вот, ну, вот. Это типа бордо сейчас. Да, сразу же, темный становится. Круто. Ну тут тоже сумки и портфельчики. Сумок много, сумки. Смотри, портфельчики, очень классные. Модные кожаные портфели. Девчонки все носят. Тоже. Ой. Можно прикупить. А сколько по портфелю? По 35, да? Да, там уже цены написаны. 35. Да, и когда нравится, еще скидка сделать. Еще, да. Да. Еще можно пододвинуться. Ну, кошельки по 9 динар. И также ремни есть здесь. Разные, на любой вкус и цвет. Так, идем дальше. Дальше у нас там футболочки, вон, вижу. Футболки тоже вот. А, ну, Поло по 24 есть, Лакоста, там, Барбари. Наверное, турецкие, да? Нет, это тунисский фирм. Да, тут там уже написано, что вот 100% хлоп и made in Tunisia. Даже не Турция. Это не с Турции. Да, Тунис. Такие еще длинные. Вот такая вот белая, золотая, красивая. Беленькая. Ну да. По 32 вон такая розовенькая. Вот. Еще. Да, очень красивая. Портфельчики разные. Пойдем дальше. Во, тут тоже очень много интересного. Начнем слева. Картины разные. По 14. Куда-нибудь повесить. Керамика тоже поставить. Это из песка. Там из песка? Да. Фига себе. Я думал, просто картина. Ну да. Так, ну тут вазы всякие. Сколько вазы, почем? Там написано.
Девочки, 7, 7, 7, 7 с половиной всего лишь динар базы. Кто это? Не 21. А, мне вот 6,5 всего, да. Тарелочка стоит. И вот это красиво. Вообще наборчик купить домой, и вот эти вот красивые, смотри. Страшно вести. Вот единственное, что. Если в руки? С собой, да, очень красиво. Цвета такие, ну не прям конечно, красивые. И глубокие, и неглубокие. Да, слушай, вот, значит, глубокие тарелочки у нас есть. А, они причем еще с разными рисуночками. И вот неглубокие тарелки. То есть ты берешь, покупаешь себе вообще на булку. Что очень, очень красиво. Здесь с рисунками, кто да. Очень любит керамику, тут вообще с верблюдами. Красивые, да, очень. Мне тоже нравится. Я посмотрела. Стоит недорого, по 4,5 тарелка. То есть 4,5, это сколько? Типа 100 рублей? Ну, для таких, как бы, это совсем дешево. Вот у нас вообще, они там по... вазочки по 3 динара. 500. Вазочек, да, у нас и кружки. Кружка 3 или 2. Салфетницы. Салфетницы тоже интересные всякие. Это эти. Пепельницы. Подсвечники. Свечку вот, куда-нибудь, да, вот туда, бум, свечку, да, она красиво светится. 13 динар. Да, большая 16, 13, тоже. Да, кайф. Это пепельницы. У них здесь все такого пепельницы такого формата. Так вот эту штучку убираешь. И все. Кальяны можно купить разные. Кальянов много разных, разные цены. Большого до малого в среднем где-то 45 динар. Есть с обычными колбами. От вот какая-то красивая колба интересная, разные. Да? Тоже чем-то какой-то. У меня вон прям... такая вот колба дома. Ну, там... Синяя, только у меня с узорчиками еще, а так я думаю, уже все видели. А вот, типа, сувенирный кальян. Где? Ну, вот. А, ну да, такой вот handmade. Трубки, кстати, всякие. Трубки, да, разные. Может, тут... Ну, это уже тарелки декоративные, их на стены вешать. Тоже интересные. Тоже красивые. Типа, как лампа Аладдина, только он из чего... Только какая-то железненькая. Угу. Может, медная. Угу. Так, что здесь еще? Вот из дерева изделия. Вот как здесь шахматы, тоже. Я так да, я вообще тоже, круто. Когда первый раз увидела. Огонь. Не знаю, тут прям фигурки. Нету ценника, ну как бы не очень необычно. Прям вот каждая фигурка, она изображена вот именно как фигурка. То есть пешки – это пешки, ну вот пешки, прям видно, кто есть кто. Опять же, зеркала интересные, красивые. Зеркала. Да, зеркала очень интересные. Вот игра любуется на себя в цветейке. Тут тоже ковры. Красиво. Ну вот, в принципе, вот весь ассортимент. Чему показываем эти цены? Потому что мы сначала заходили в этот магазин, потом поехали в Ясмин Хамамет и просто ужаснулись цен, какие там цены. И решили вам показать, то есть если вы поедете вот в Ясмин Хамамет, там сувениры смотреть и прочее, вот эту фигню, знаете то, что есть вот такие вот магазинчики приотельные, и тут цены в 5-10 раз дешевле. На этот магазин я... В Google карте сейчас покажу вам, где он находится. Он находится в Хамамеде, между старым и новым Хамамедом, возле отеля Le Hammamet Resort. Вот, я вам на карте покажу, то, что если рядышком где-то будете отдыхать или в Le Hammamede, сходите сюда. Вот, если вам видео это полезно оказалось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И всем пока!